Макс, это ты съехал сверху, нет? Следы. Под чехлом черная кожа. Просто бомба. Что, летим? Так, друзья, все. Посетили топовое мероприятие. Не могли не приехать. Хоть хотелось спать и вернуться домой. Отдохнуть. Да, холм, конечно. Как он отсюда летел, ты прикинь. Каркас спас Ваню. Это легендарное место. Не помню, как видео называется, так бы сказал, посмотрели бы. Все, мы на Киев. Отлично поучаствовали. Посмотрели, поснимали. Макс на том же месте. Ну не зря, запорожцы легенды ходят. Как, даже вот вчера ночью, да, как в горб этот переехал. Поднятый Фиат. Ё-моё, ну независимая подвеска, конечно, решает, да? И колеса, ну в нескучном, кто не смотрел, посмотрите, там есть нескучный оффроуд ЗАЗ-968М. И вы поймете, что это за машина. Немножко неустойчиво, но все, мы на асфальте, сейчас берем гарбунчиков. Долетаем домой, разгружаем. И все вам показываем, как все было. Блин, какая красота, друзья. Приближаемся к Борисполю. Наши вторые сутки в пути. Почти уже мы заканчиваем наше путешествие. Это поле просто сказочное вообще. Все нормально, Макс на хвосте. Желтенький едет, да там как бы это, руками можно придержать, он не тяжелый. Можно на передаче просто столкнуть аккуратно и все. Что вам хочу? У тебя там на доме ящик есть какой-то, чтобы, вот, к примеру, горбуна? Вот новые детали, вот не только горбуна, может быть даже с этого, чтобы один вот новые детали взять их и отдельно в ящичек положить как новые детали, чтобы не путаться. Ну что, друзья, вот он, Киев. Подходит к завершению наше полутора пока суточное путешествие. Ну, к двум суткам, слава богу, не приблизимся, все нормально. Долетели быстро, оффроуд сняли в Прилуках. Вот он, Киев. Тут Витя отжигал на УАЗе, танковая перед нами. Красивый Дарницкий лес наш любимый. Что хочу вам сказать? Много эмоций. Покупка. Ну, многие скажут, по меньшей мере, странно. И мы сами с Максом это понимаем. Думаем, блин, можно было побыть дома. Можно было полежать на диване. Можно было куда-то пойти. Можно было просто отдохнуть. Но мы, блин, выбрали этот непростой путь. Тут дорога, как, блин, по трассе на Днепропетровску битая. Макс, блин, где Макс? Макс прямо за мной. Все нормально. Блин, ямы такие тут жесть, как вроде после зимы. Уже должны залатать были. Или опять разбили. Ой, в общем, впечатлений масса. Такой отдых от всего. Побывали мы в другом мире. До суровой базы совсем недалеко. Мы сейчас сразу желтенький загоняем. Саня, чтобы нам по электрике посмотрел зарядку, что там за проблема. Еще какие-то мелочи там может устранить. Стеклоподъемничек там что-то не очень хорошо работает. Ну, вот такой план. Горбуны разгружаем в другом месте, потому что там уже и горбун мой. И желтый сейчас оставим. И УАЗ там с Гранд Чероки. Ну, в общем, вы поняли. Скажут, Руслан уже совсем тронулся. Забебал. Так, блин,
Блин, лес сказочный, люди гуляют. Сегодня такой по-настоящему летний день. Наверное, 20 чем-то градусов уже. Ну, что хочу еще добавить. Подписывайтесь. Будем что-то снимать еще интересное. Продолжение будет с Макса Горбуном, желтенькой машинкой. Мой синенький со звездой стоит. Макс едет, все, мы долетели до Сурова. Желтый, желтый в столице. Так, тут, да, все, ворота нараспашку, мегауаз на месте. Блин, как мы долго ехали, ну не очень долго, но и не быстро. Да, не каждый день увидишь. Охренеть просто. Заднемоторное расположение. Да, как у нас. Давай ему покажем, что мы тоже с машинами. Да. Блин, он, кажется, не смотрит в нашу сторону. Витя может заскочить. А Витя выходной. Да, красивый аппарат. Вот они прошли. Чуть меньше суток с момента выезда. И мы в логове. Все, доехало. Закрепили удачно. Красота. Всем спасибо, кто был с нами эти полтора суток. Всем до встречи, пока!